Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Вас приветствует Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». Вашему вниманию предлагается брусовая двухэтажная дача на участке 4 сотки с баней, электричеством и водопроводом в виде скважины в СНТ Самарина. Александровский район, Владимирская область, рядом с поселком Маяк, километров 110 от МКАД по Ярославскому шоссе или на таком же расстоянии от МКАД по Щелковскому шоссе. Уважаемые дамы и господа, дача брусовая, брус 100 на 150 на ленточном фундаменте. Также на участке находится шикарнейшая баня, сейчас мы с вами посмотрим. Подъезд отличный, круглогодичный, это значит чуть позже вы увидите. Газ вдоль садового товарищества идет, так что возможно в перспективе значит проведение газа. Участок 4,4 сотки, огорожен со всех сторон комбинированным забором, уважаемые дамы и господа. Вот мы с вами по фасаду видим деревянный забор, въездные ворота, калиточка имеется, хозблок, пожалуйста, из хозблока можно летний душ сделать, хороший хозблок. Скважина собственная, пожалуйста, на участке. Электричество подведено. Электричество в СНТ Самарина с недавних пор у нас круглый год. Также баня, уважаемые дамы и господа. Все у нас отделано сайдингом, как вы можете наблюдать. В шаговой доступности лесной массивчик. Там же родник у нас с питьевой водой. В шаговой доступности поселок Маяк, автобусная остановка, регулярная. Автобусные сообщения с городом Александров. То есть транспортная доступность достаточно удобная. Крылечко, пожалуйста. Хорошее, удобное крылечко. Железная, хорошая дверь. Террасочка. Общая площадь данной дачи квадратов 60. Пожалуйста, электрохозяйство. Счетчик, автомат вводной. Электричество разведено. Полы в прекраснейшем состоянии. Отсюда же у нас выход на второй этаж лестницы. И большая комната. Уважаемые дамы и господа, обширная, просторная большая комната. При желании, если, так сказать, народу много, можно разделить на две комнаты. Ну и также на втором этаже. Садовое товарищество Самарина, рядом с поселком Маяк, Александровский район, Владимирская область. Уважаемые дамы и господа, брус, посмотрите, в прекраснейшем состоянии. И давайте поднимемся на второй этаж. Второй этаж, также обширная, просторная, большая комната. Еще раз повторюсь, можно разделить на две комнаты. То есть количество пользующихся дачей, проживающих в даче, можно увеличить, каждому по комнате дать. И давайте с вами в баню пройдемся. Лестница еще раз. Уважаемые дамы и господа, собственно, банька. Сердце участка. При входе открытая веранда, виноград, как мы с вами можем наблюдать. Летом шикарный вид картины маслом. Еще раз дача наша снаружи. И банька. Комната отдыха и топочная. Пожалуйста, вашему вниманию. Печка шикарная. Все, вагоночка отделана. Все аккуратно. Все, так сказать, прекрасно. И, собственно, сама баня. Компактная, небольшая, но очень эффективная, со слов хозяев. Противопожарная безопасность, пожалуйста, соблюдена. Огнеупорные плиты. Четыре целых 4 сотки, собственная скважина, хозблок, брусовая дача,
и бани, уважаемые дамы и господа, в СНТ Самарина, Александровский район, Владимирская область, 110 километров от МКАД по Ярославскому или Щелковскому шоссе. Основной момент продажи данной дачи, то, что она оформлена жилым домом. Возможно, прописка, покупка с помощью средств материнского капитала. Пожалуйста, ипотечный кредит также помогаем, оформляем. Подъездные пути, подходные пути к нашей с вами продаваемой даче. Окружающая местность. Вот там родник находится. Сосново-березовый такой лесочек. Ну и, уважаемые дамы и господа, подъезд к садовому товариществу, асфальтированный, шикарный. Автобусы у нас около, значит, нашего садового товарищества останавливаются. Вот эти указатели, желтенькие столбики, являются, так сказать, газом. То есть газ проходит по границе садового товарищества. Так что в перспективе, возможно, газификация. Но это в перспективе. Там у нас деревня Самарина, Володина. А в той стороне поселок Маяк и город Александров. Еще раз напомню, что дача оформлена жилым домом. Возможно, покупка с помощью средств материнского капитала, ипотечного кредита. Пожалуйста, помогаем, оформляем.